Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, у меня много классных рецептов. Сегодня мы с вами будем готовить кабачки, и мы не будем жарить их на сковородке, а запечем в духовке вместе с сыром моцарелла и помидорками. Блюдо получается невероятно вкусное, легкое, диетическое, его можно есть даже на ужин, даже ночью. Если вы ужинаете в 11 часов, как часто делаем мы, это блюдо подойдет идеально. Обязательно приготовьте. И, кстати, если вы хотите сделать это блюдо посытнее, сюда можно добавить, например, белую рыбу и также запечь в духовке. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому рецепту и подписывайтесь на мой канал.